что ли? Тут наполняется целое ведро воды и потом на всех плюхается. А вот моя бесстрашная Танюшка побежала. Сейчас как ведро ухнется. Тут как аду. Где там моя Надюха? Смелая. Зато ты у нас не смелый. Нет? Солнце боишься, горок боишься. Как тебе здесь? Хорошо. А я сегодня увидела 3 синие медузы. Они по дну ходят. А ты крема боишься? Да. Солнцезащита, я боюсь крема. Вот тот человек, который не хочет плавать в море, а только плавает в бассейне. Еще и на меня брызги пускает. Ха-ха-ха. Плыви, плыви. Базилио. Ух ты, в размашку. Научился, научился. А ты знаешь, что Таня вообще переплывает бассейн хорошо? Брасом, брасом. Танюшка все время обижалась, что Надюха забирает у нее подружек. И вот все время, пока мы здесь отдыхали, нет, Надя раз с кем-нибудь еще только познакомились, она раз эту подружку у нее перехватит. А потом Надя жалуется, что я с ней не разговариваю. Это, конечно, плохо слышать от своего ребенка, что я с ней не разговариваю. Но мы с ней общаемся, мы с ней играем, читаем. Вечером обязательно сказку. Но через 5 минут они уже отрубаются. И это классно. Вообще здесь хорошо. Сейчас немножко жарковато стало. А вообще море здесь очень мелкое, относительно здесь спокойное. Сейчас только вот стало жарко и стали подплывать медузы. Такие голубые, ядовитые и по дну ползают. Там вот вдалеке детский перевертыш, бассейн. Здесь вот горки леденящие, дух. А после обеда пойдем вот на те горки дальние. Рядом соседний отель, который совершенно не заселен. Видно, какие-то проблемы с финансированием у хозяев. Поэтому он полностью пустой. Ориент Палас. А у нас Таласа Палас. Ой, Таласа Сус. А он наш папа направляется. Вообще здесь неплохо кормили. Анимация так себе была, но детям на мини-диско вполне нравилось. А вот это вот у меня матрешка очень хорошо научилась кувыркаться в воде. Матрешка, покажешь, как ты кувыркаешься? А? Обиделась что-то опять? Ну, наверное, опять подружку забрала Надюшка. Готова? Оп, молодец. Ух ты! Гимнастка. Молодец. А еще в воде. А можно... Здорово. А вот медузка. О, отлично. Ha ha ha!
Хорошо. Бесстрашная моя матрешка. Рука. Да, конечно. Еще как. Тут сегодня все боятся. Ветер сдувает. Опа! Там она нанюхала уже. Ну, Надюха вошла в раж. Это очень хорошо. Где там? Поехала. И туда. Опа! Выплыла. Молодец. Выплыл человечек. Нет, Танюха вообще бесстрашная девчушка. Научилась кататься. Все, поехала. Что ты будешь ждать? Давай спускайся. Не-не-не, давай. Ну все тогда. Ну давай быстрее. Давай, раз, два. Но она не будет тебя ждать.